так зарос, шутка. Рот. Меня сейчас вообще не узнают. Я в последний раз так зарастал, наверное, где-то в 2008 или в 2009, может быть, максимум. Всем привет, привет, привет. Ну а что еще делать, если салоны не работают, а кому у кого постригаться не хочется? Всем привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Чем занимаетесь? Как у вас там карантин проходит? Ну, у нас как примерно как у нас, вы, наверное, догадываетесь. Что уже по утрам печень болит, ё. Чаще прямые эфиры. Хорошо, я буду стараться. Дела у нас, ну, если честно, неплохо. Все нормально. Все хорошо. Так, сейчас какой-нибудь фильтр посмотрим. Ебучий. Или без фильтра даже пизже. Еще пока я не решил. Наверное, даже без фильтра будет лучше. Или что-нибудь типа такого. Нет, не такое. Вот, снежинки. Вот, огонь. Вообще, снежинки, огонь, привет. Привет, 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 всем привет. Всем hello, bye, Оломский. Да, не... да, блин, малыш, у меня синяки, потому что мы пьем. Hello, Новороссийск, привет, Новороссийск. Так, может вот так или без вообще? По-моему, оригинал вообще самый пиздатый. Как у вас там вообще обстановка в городах-то? Че вообще, че делаете вообще? На улице-то хоть ходите? Ой, посмотри, какая милаха. Это что? У меня как много. Сердечечки. В Геленджик. Кто там в Геленджик? Геленджик город топ. Дистак ко мне. А вот мой друг. Мы вместе с ним работаем постоянно. Это мой красавчик, пухляшек. Я из Геленджика. Молодчок, сколько человек? 23 только. Ну потому что уже активность не стала. Ой, как я скучаю. Как я уже скучаю по тем эфирам, когда у меня было по 400, по 500 человек. Привет из Брянска. Брянск, привет. Бывал, кстати, как-то у вас в гостях. Так, что там еще? Геленджик, приезжайте, город топ. Кстати, один из самых моих любимых городов – это Геленджик. Привет, привет, привет. Ой, Катюшенька, да, как в Ростов приеду, так и стану крестным. Закрыт ТЦ кафе. Ой, давайте об этом не будем, потому что я безумно хочу себе купить кайфовый какой-нибудь новый костюм и сходить в ебучий ресторан вообще. Очень сильно хочу. Прива, прива, прива. Всем привет, 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 привет. Вот, кстати, по-моему, без фильтра даже пизже будет. Правда, глаза у меня от хлорки какие-то краснющие прям вообще.
Или это не от хлорки, я еще пока не знаю. Ой, не то совсем. Пушки. Вот какой-то прикольный фильтр. Мы будем в покер играть? Ульяна, иди сюда. Вас тут требуют с пухляшом. Поели? Я не стрижный и не бритый. Смотри, какие полосы Наташа сделала. Смотри, смотри. Красота. А у него на нем камера. Спасибо, Ксю. А негде? Нет магазина, да, ничего не работает. Я через интернет попытался пару раз себе заказать костюм спортивный. В смысле, такое барахло пришло, что я друзьям подарил. Вообще, такая полная пурга пришла какая-то вообще конкретная, что я, честно говоря, вообще в шоке. Я больше не буду заказывать каких-то, блядь, левых костюмах в интернет-магазинах. Это все просто, блядь, это, короче, полная чушь. Вот когда откроется ТЦ, я пойду, в смысле, в свой любимый Бекенберг и Армани и накуплю себе там, блядь. Очень много всего. Ну, куда ж без тебя-то? Скажи, Абрау Дюрсо. Блин, я там был, кстати, у вас. Там у вас очень красивая такая аллейка есть, аллейка влюбленных. И озеро Лебединое, охуенное. Абрам, прикрути, пожалуйста, я в прямом эфире просто. Вот, у вас там очень красиво есть место такое, Лебединое озеро. И там еще есть такой обод для влюбленных, типа сердце такое вообще, оно красивое. Это в Абрау Дюрсо. Мы там были. Привет, привет, привет. Спасибо. Я знаю, что я хороший. Наташа? Наташа. Да. Она спрашивает, когда вообще в Ростов? Никогда. В Ростов не знаю. Привет, Димас. Нормально все, братишка, потихоньку все пойдет. Может, поедем скоро, потому что надо ехать крестить там. Катину дочку крестить. Паша будет. Очень-очень жду, когда этот карантин закончится. Не могу уже. Малого, с днем рождения. С днем рождения, поздравляй. Ребят, у меня столько много запросов на подтверждение, ну, типа, совместный прямой эфир. Я не буду вести прямой эфир, вы уж извините. Я недолго вышел в прямой эфир, чтобы вообще вы обо мне хотя бы вспомнили, увидели, как я выгляжу, там, все такое, мою мордашку там. Вот. В Ростов? Ну, пока не знаю, когда в Ростов. В Ростове, как, ну, таких, как таковых, дел нету. Работа дома, все дела. В Ростов пока не собираемся. Мы живем сейчас в Геленджике. Скоро поедем в Анапу домой. Потому что нас там ждет кто? Кошка Роскар. Наш любимый котик. Мой любимый котик. С Купинами, да, общаемся. Я с Лехой общаюсь, ну, частенько созваниваемся. Да, кстати, как только карантин закончится, в Москву собираемся поехать. Давайте, хочу, короче, за вас, чтобы вы не болели, здоровечка вам там всем покрепче. Ну и мне тоже здоровечка покрепче. В Ростов скоро приедут, потому что кто-то скоро станет крестным папой. Вообще-то да. Екатерина Александровна, конечно. Тем более твоя доченька родилась в мой день рождения. Она поздний львенок и будет такая же ебанутая, чокнутая, как и я. Но это хорошо, это хорошо. Вот, вы расскажите, как вы, что целыми днями делаете? Ну, кроме того, то, что дома сидите, там, фильмы смотрите, вообще. Я зарос, в общем, в смысле, мрачно просто. Очень хочу постричься. Мы что делаем? Мы
выпиваем, отдыхаем, в бассейне купаемся, что мы еще делаем? Ну и работаем, естественно, да, родной? Как проходят наши, братан, будни? Прекрасно, да? Да ты мой сладкий. Я как под накал, зонтик по кругу. Нам пишут ни слова, вау-вау. Улетаем за ручку меж планет. Я крылья одна, вау-вау. Как будто завтра нет. Ау-ау-ау, всех вижу, всех слышу. Давайте как-то веселее, активнее, что ли. Ну, а то так просто сидите в эфире, просто чтобы поглазеть на меня. А какие-то вопросики хотя бы позадаем. Может, там в игру поиграем. Какой-нибудь, не знаю. Так, а я пока что покурю кальян. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну, сколько мне лет? Сегодня вроде еще пока что было 25. Ну, пока не планировали. Вот она тут сидит. Всем кис, всем кис, всем кис, всем кис. А кто вообще, кто у нас тут, какие города вообще? Вообще вот сейчас в прямом эфире. Сорвай, сучки! Пацаны, три полосы, самый дезерт. Лютая груза, качает тазы. Вкусные лица, качат раздеваться. Самое честное, будут мараться. Блин, ну вообще не вопросов, ничего. Что вы заскучали, что ли? Ну Ростов, да ну, то понятно. Горячий ключ, привет. Бывал там у вас там, кстати, очень кайфовые источники с хорошей водой, которая чистит, чистит почечки, печень, все то, что, короче, нужно. На минуточку, во-первых. Погода у нас замечательная. Сегодня было градусов 18. Вот, и прекрасная погода. Вот, если бы как-то было бы еще повеселее, все бы работало, было бы замечательно, я бы, наверное, бы даже в море бы уже купался. Малому привет, скажи, малышик, привет. Ладно, солнышки, давайте я, может, еще попозже выйду в прямой эфир, если вы спать не будете. Созвонимся. Всех люблю, всех целую. Форевер Ломский.